Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 4 апреля прибыл с государственным визитом в Москву. В ходе встреч и переговоров с российским руководством будет обстоятельно рассмотрен широкий комплекс вопросов двусторонней повестки дня, перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте укрепление стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией. Государственный визит президента Узбекистана в Россию завершится 5 апреля.